Приветствую всех. Сегодня пробный полет. Ну, на не то чтобы максимальное, но все же на расстояние. Посмотрим, как получится. Может, километр, может больше, может меньше. Все зависит от того, как он себя будет вести. Вот, и значит, вот такие процедуры мне приходится проделывать перед каждым включением. То есть у меня не включается FCC в автоматическом режиме и не предлагает сменить диапазон. И мне приходится всегда делать вот примерно так. Я сначала включаю дрона, потом включаю пульт. Жду, когда это все дело сконнектится. О, оно сконнектилось. Теперь, значит, я подключаю провод. Причем дрону я не даю поймать спутники, чтобы он не знал, где он находится. Теперь я, значит, включаю фейк GPS, чтобы он, ну, наверняка уже подумал, что мы находимся там, где должны находиться. Значит, сейчас он запускает DJI Go, и вот она-то мне и предложит сменить. А если я не сменю, мы окажемся в европейском диапазоне. Ну да, он ругается на слабый сигнал. Вот, он мне предлагает, и если я нажму от cancel, то мы окажемся в 2.4, как вот сейчас видно. Ну, 2.4, я понимаю, это не наша цель сделать 5.8, но 2.4 будет в данном случае практически точно означает, что мы находимся в европейском стандарте связи. Поэтому мне приходится каждый раз вот так делать. Теперь, значит, он... Вот, все, мы попали куда нужно. Мы попали. Вот. Сейчас он... О, вот, FCC. Чисто, кровный. Теперь можно открывать фольгу, хотя я не знаю, она дает что-то или не дает. Так, я вот ее немножко прижму. Сейчас мы немножко поймаем спутников, пока только 4. Вот. И будем взлетать. А, еще же надо не забыть еще отключить фейк GPS. Вот я так обычно делаю каждый раз. По-другому он у меня просто не взлетает. Так, ну-ка сейчас попробую перезапустить эту самую DJI Go. Вот сейчас он меня спросит про смену диапазона. И я ему скажу нет. Это вот будет как раз-таки тот самый нет. И мы останемся в 5.8. Вот мы остались в 5.8. Вот у нас FCC. Вот теперь мы можем летать. Да, ботанический сад. Ну, погнали. Будем пробовать, будем смотреть. Буду снимать видео на него. Наверное, фото делать никакие не буду. Поехали. Take off. Да, он ругается. Полетим, наверное, на 100 метрах. Что там у нас? Да, 100 метров наберем. Ну, набор высоты какой-то все же таки медленный у нас. Что-то как-то 2 метра в секунду, это как-то, ну, совсем медленно. Сейчас наберем высоту и посмотрим. Может быть, у нас... Ну, я вообще включал максимальную скорость. Так, 60 метров. Еще слышно. Здесь видно очень тихо. Поэтому вообще в городе я не слышал его на 70 метрах. Так. Что у нас? 90. Высота 90. Его уже, наверное, не видно. Сейчас посмотрим. Где там это? По-моему, здесь, да? Нет, это или здесь. Advanced settings. Нет. Я уже, честно сказать, забыл. Вот здесь это, да? Вот, да. Я, ну-ка, поставлю максимум. Ну, поехали. Теперь поедем вперед. Это у нас была высота, а теперь поехали вперед.
Ну, что-то как-то он слабенько летит. Где он вообще? Ну, что-то совсем он как-то... Как-то скорость совсем, а в спорт интересно, если переключить. О! Погнали. Ушел. Чё, поднимемся еще чуть-чуть. Все, мы его не слышим. 13 метров в секунду. Сейчас посмотрим. Удаление 300 метров. Чё там, связь? Связь, в общем, есть. О, ух ты, как прикольно. Полетим туда. Ну, полетели. Хм, 500 метров легко. Даже еще аккумулятор не подсел. 117 метров. Поднимемся чуть-чуть. Lost signal. Aircraft disconnect. 700 метров. Он говорит, что потерян, да? Ну и чё? No signal. Return home. Go home. О! Он летит домой. Посмотрим вниз. Что там, мы на 600 метров только в городе улетели. Он летит домой. Можешь мне перехватить, попробовать еще раз. Вроде... Да, окей. Так. Нет, он прям не... Stop going home. Stop going home. Ну, поехали назад, попробуем, да? Так, куда мы летели? А поехали прямо, да, от нас? Вот туда. Так, это у нас высота. Вот давай, поехали туда. А, в ту сторону. В ту сторону летим? Мы, короче, немножко... Наоборот. Вот сюда? Да. Точно? Еще. Это мы туда летим, да? Мы туда улетели. Сейчас вот мечеть. Надо еще, чтобы к нам повернуться в ту сторону. Вот, ну все, окей. Кинопарк. Вот, летим туда на кинопарк. Ну, попробуем на кинопарк. Что там, скорость у нас 11 метров в секунду. Что-то его как-то воротит. Нет, он сейчас летит в бок. У нас, видишь, удаления нету. Вот у нас удаление сейчас начнется. Вот у нас удаление, сигнал, ну так себе, да, 500 метров, в принципе, еще точка дом нормальная, блин, руки уже немного трясутся. Альфа-раби с ним, куда он до альфа-раби прошится? Да, ну-ка сейчас посмотрим. А, он в спорт-режиме так не делает. Сейчас мы переключим, может. И попробуем вот так вот полететь, да? Ну-ка. Скорость теперь. О! Это мы где-то летим. Ну, где-то медленно. Кто-то там играет во что-то. Все-таки он... Сейчас мы вернем камеру наверх. Ну, километр мы сделаем, нет? Совсем плохо управляется. Есть кнопка вернуться домой? Да есть. Что там, где он у нас? Ну, подними камеру. Что, так будем поднимать? Ну давай. Вот сигнал. О! Поехали дальше. Вот мы перелетаем улицу. И тут, наверное, из-за этого у нас большие проблемы. Может, нам повыше поднять? Ну, давай, возвращаемся. Ну, ладно, уже осталось мало времени. Сейчас он уже, наверное, возвращается. Пик-пик. Короче, километр мы не сделали. Но будем пробовать еще раз. Наверное, сейчас уже прилетим домой. Полетаем тут немного, поиграем.
Но километр в городе. А, почему-то он. Че, он обратно переключил нам? Нет, все правильно. На европейский диапазон не переключил. 2,4. Ну, 2,4 это просто он выбрал. Сейчас странно, может быть, все-таки переключил. Здесь стоит 5,8. Тут стоит 2,4. А, нет, вот 5,8, 5,8. Целая тебе техника слежения. Ну, 200 метров, вот он к нам приближается. Сейчас посмотрим, как он к нам прилетит. Ну, еще есть время. Времени вообще, в принципе, много. О, слышно, слышно, где-то жужжит. О-о-о, вот он откуда прилетел, а ты... Ну что, садиться будем? Сядь. Да нет, он сейчас в точку взлета прилетит. Сейчас он сядет. Сейчас он развернется, как я понял, мордой к взлету и будет садиться. Короче, возвращаться домой умеет. Километра не получилось. Лендинг. Сейчас, наверное, я отключу запись, да посмотрю. Это поднимусь еще, может, пару кадров сделаю. Пару фотографий. Да, вот он летит. Видео. Нет. Чтобы показать. Но возвращается. Что-то нервничает он там. Ну все, я его отключил, получается. Ну, теперь я сам его сажаю. Да, он все-таки, получается, отлетел подальше, сам включил 2,4, что ли? Надо, наверное, ему в кастом включать. Его посадить? Я засниму. А, сейчас. В кастом включать 149 канал, наверное, так ему надо. Значит, он как-то медленно в GPS спускается, прям ну совсем вообще медленно. Прямо в точку взлета. Как-то так. В общем, буду пробовать еще. А сейчас просто полетаю. Сейчас немного полетаю, сделаю фото. Ну, всем пока.